Доброе утро. 9 мая. Первый прием пищи. Так, молочку на ночь я теперь не ем, потому что от нее вес стоял, отечность вызывала. Поэтому творог я очень люблю и ем его утром. Иногда. Иногда овсянка, конечно, стандартная, да? Иногда творог. Значит, у меня обезжиренный в этот раз. Я обычно беру творог, ну, до 5% жирности. Можно 2%, 5%, но желательно не больше. Иногда обезжиренный беру, хотя некоторые не советуют, но... Добавлю греческий йогурт 2%, просто для более приятной консистенции творога. Пол пачечки мне будет достаточно. Все вместе получилось, ну здесь 100, значит 70 грамм и там 200, ну вот 270 грамм творога. Так, у меня есть семена льна, чуть-чуть я добавлю, прям вот немножечко. Люблю, когда похрустывает. Так, ну и конечно утром орехи у меня... Кедровые сегодня, замочил их с вечера, все промыл, сюда же прям, так, сюда же сахарозаменитель жиденький, все, теперь перемешиваем до однородной субстанции, да, все, и вот такой потрясающий завтрак, 270 грамм. Ну, можно 200, 250, ну, 270, я думаю, максимально. Мне этого вполне хватит. Ну, выпью чайку, может быть, еще не сладкую, конечно. Всем приятного аппетита, еще раз всех с праздником, с Великой Победой!